Привет. Мы зашли в этот музей, так сказать. И я думала, там дальше этот, а оказывается, там зеркало, что ли. И вот я отражаюсь. Но я-то вижу себя близко, а там вообще очень далеко. В общем, здесь можно эту мебель, по-моему, заказать. Очень дорогая мебель здесь. Вот эти вот пуфики, они очень дорогие. И столик, и вообще все. Ну, не знаю я здесь, сколько мне вырезать придется, потому что я везде отражаюсь. Здесь впереди-то вот я снимаю себя. Я почему вначале, когда мы зашли, не стала снимать, потому что там нас встречали. Нас встречали. Так, как же мне так сделать, чтобы это все показывать, а? Давайте я буду переводить на пол. На третьем этаже ресторан. Вот вам муляжи книг. Вот такая вазочка поддерживает книги. Так, очень много придется вырезать. Вот ваза такая. Сейчас я ее пощупаю. Ну, тяжеленькая. Так, я на пол буду все время этот переводить, когда зеркало будет. Вот такой стол. И вот здесь такое украшение есть. Я не знаю, оно сверху кладется или что. Вообще на мрамор не похоже. Вон там, кстати, еще один зал. Так, здесь то же самое. Здесь вот так вот. Я не могу понять, где зеркала, где чего живое, настоящее. Потому что здесь как-то вот такие вот... Ну, вот, если так сказать, это как Икея, но только очень дорогое все. Я бы не сказала, что это мрамор. Вот это тоже на мрамор не похоже. Вот это, может быть, тоже продается. Дверца куда-то, экзит написано. Вот, гляньте, что такое. Боже, он же голый. Ну, там я была. И стол показывала, и вот там вот нас встречали. И вон в зеркале девушка отображается. Это приват. Может быть, здесь заказывать, и это приват. Привейт. Здесь по краям зеркала. Много снимать не буду, потому что мне уже скучно. Такая инсталляция. В общем, хорошо придумали. Чтобы много не работать. Не кисточкой все это не выписывать, так сказать, вырисовывать. Так, кто-нибудь знает, кто это? Это же, по-моему, Святая Мария. Такая старенькая. Так, здесь опять книжка открытая. И здесь какой-то средневековый рыцарь, по-моему. Так, здесь, кстати, музыка есть. Я не знаю, ее забанят, нет, но я ее не буду своим тра-та-та, наверное, делать. Кожа, скорее всего. Там улица. И там на улице, по-моему, можно посидеть. Вон. Столики, что ли, какие. Ой, девой, мама. Я об этот стол, вот об этот край задела ногой. Больно. Такая люстра. Поэтому я не хочу здесь снимать. Здесь можно же пораниться здесь. Увечья получить. Ну, вот такой вот это здесь место, чтобы посидеть. Так, я посмотрю, это живой или нет. В общем, когда я об этот стол, об угол стукнулась, да, проходила девушка и посмеялась надо мной. Вон она, кстати, сидит. Так, коврик здесь такой. Так, туда не буду заходить или буду... Я не знаю, эти цветы живые или нет. Мох вообще похож был на неживой. А здесь уже спальное место. Можно купить себе кроватку. Вот ножками наступать, а потом залезать на кровать. Вот.
Ну, я уж не буду своим лаптем-то лезть сюда. И ложиться тоже не буду. А то в Икею как не придешь, там вечно кто-то лежит на кроватях. Encyclopedia of Art. Of Art. Так, ну эти лампочки, наверное, тоже можно купить. И вазочки, и лампочки, и инсталляции такие. Симпатичные, можно сказать. Так, вот какие-то вот двери, что ли, или что это? Это наверняка состаренное что-то. Вот оно вот ржавое здесь. Я не думаю, что это где-то взяли старое. Это вот они, наверное, вот в тех, мы бы сказали, бараках. Они такой, наверное, придумывают дизайн. Вот. Пожалуйте вам. Это вот на стенку надо. А может, это и на окошко вешается, кто его знает. Так, я иду в другую комнату, в другую спальню. И здесь уже так мягко не будет, если лаптем наступить. Вот здесь вот деревянная такая кроватка. Я не знаю, эту кроватку будут продавать с такими подушками, с такими наволочками, и с таким одеялом, но я пощупаю на всякий случай. Приятная. Так, вот опять-таки дерево вам. Вот ничего особенного. Но вот они сидят там, придумывают за $50 в час. Опять-таки, вот здесь вот над головой вот такая картина, а значит, в спальне вот так вот можно стену украсить. И ни одно дерево здесь не повторяется. Икебану, можно сказать. Это тоже на стенку можно повесить. Все под стеклом. И здесь тоже есть. Сейчас. Вот, пожалуйста, вам. Нет, но... Нет, я хочу сказать, ничего страшного, что я отражаюсь в зеркалах. Просто у меня на голове... Прически нету, волосы длинные, они у меня уже почти до пояса стали за один год. Никогда у меня такого не было, чтобы волосы так быстро росли. Так, я вот это пощупала. Ну, что сказать. Ну, это не за $35, понятное дело. Может, это даже и несколько тысяч долларов. Лампочка такая, и вон люстра тоже такая. Ну, я не знаю, они здесь только мебель делают, или лампы тоже можно купить. В общем, вот такие вот, как они называются, забыла, консоль, пуфик. Ой, ну просто, знаете, вот такое качество хорошее. Так, вот такая ваза, я за вазой спряталась. Так вот, я говорю, ничего страшного, что я отражаюсь, просто дело в том, что у меня на голове вот эта вот прическа такая бабусинская. В принципе, вот это вот, может быть, здесь как раз таки мебель показана, которая на улице должна стоять, на пати, допустим. Просто если пользуешься, открыл, если не пользуешься, закрыл чехлом. Вон, как вот зачехленные же вот эти столы или что это там. Так, я сейчас вон там покажу. Вот кажется, что этот... Что так быстро зашла и так вот нет, а оказывается так далеко там все, не только на камере, а вообще вот это вот, вот сейчас вот если вперед посмотреть, здесь еще спальня, и здесь уже какое-то античное что-то, ну, какие-то пилоны или что это. Это может быть привезено тоже с Италии какой-то. Натуральный, или это они сами сделали. Видишь, дизайнеры, там их много, они сидят, трудятся день и ночь, чтобы вот это вот все было дорого и богато, и красиво. Ну, я не знаю, вот если дом так вот, вот украсить вот этим, да, скучно не будет, интересно.
Пойду вот сюда вот. Еще второй этаж есть, а мне уже... Excuse me. Мне уже неохота ходить. Девушка там сидела. Так, пойду я на второй этаж. Отключаюсь.